Так, Шигадоч сейчас. Газдоч. Газдоч. Пошел. Называют вот. Он рвет как бегемот, хотя я ни разу не слышал, как бегемоты рвут. Как вы думаете, Сталин проедет или не проедет? Вот здесь пишите в комментариях. Да, нет. Да, нет. Чуть не проехал. Без вариантов. Есть у нас команда какая-то, которая может здесь проехать? Я думаю, да, есть машины проверенные. Ты думаешь, это УАЗик? Думаю, мы... Ну, посмотрим сейчас. Он-то легче в два раза, чем эта машина. А я думаю, что будет это чит-код. Если будет перебедиться, оттянуться готово. Но это чит-код. Это был реальный чит-код. Ребята поступают, конечно. Это командная тактика. Но подожди, но запрета не было на брифинге. Не было. А был на брифинге. Договоритесь. Давайте в лагере ночью завалим их палатку и обоссым ее. Обоссым палатку ночью. Давай по спортивному. Тут даже скутился, даже сам для себя интерес получить. Так они только в этом участке проехали, а дальше что? В этом все нормально. Они же не ездили. Надо спуститься больше будет сейчас. Себе. Ты сказал, ты только встал, уже кинули. Не, можно. А А у кого лебедки нет, можно стропой, правильно? Это уже на спорт. А если нет лебедки? Ну, значит, они на участке. А, ну тоже вариант, да. Нет, так куда? Или ходом пробери. Я руку тебя не жал, все. Я 5 лет на Ниве участвовал без лебедок. Хотя мне говорят, ты там... Хорошо, пора это ручную. Ручная была. Нет, я просто проезжал. Так, перезаезд своей лебедой нужно тянуться. Ну, в принципе, правильно. Но оно ничего не изменится. Хотя, если он разгонится добряче так, но вот... Не-не, лебедкой просто своей, чтоб тянулся. Скорость нет, поздно набрал скорость. Очень поздно. Механическая лебедка. Лебедку куда, Миш? Миша, помогай! Очереди они крутят. Пробил радиатор. Это жесть. Перезаезд. Еще один целый радиатор. Перезаезд. Включай.
И на разбор! Вроде, а ты назад! Давай назад! Давай! Я считаю, организаторы... Все, хорош! Вперед чуть покинь! Все, ниже! Стой, стой, наставление! Это и там капает. Ну, пробил уже же ударился. Если бы не там капает, спортивная составляющая, да? Как все меняет, просто на ровном месте. Да. Думаю, сейчас посильнее спущусь. Командная есть. Тактика должна быть командная тактика, а не, блин. Есть тут у меня определенный план. Так, серьезный пилот на серьезной машине сейчас едет. Вранглер Рубикон. А потом я. Дай мыло, Сань. Да. Мыло есть у кого? Да, давай. Один. Полтора. То есть стандартная машина, колеса блокировки. То есть, ну, размер колес, конечно, да. Неужели я это увидел? Первый раз в своей жизни я вижу, как Рубикон лебедится. Команда, конечно, где-то просчиталась. Надо было просто в салон кевлар засунуть и выбежать. Ну да. Но знал бы, где и резина не та. Спрятано золото Колчака, то был бы богачом. А так, как все, ездим на Рубиконах. Не все ездят, правда, но проказывают. Машины на автомате. Смотрите, что происходит. Это идеальное соотношение. Вот просто, вот плавность хода и... бесстрастное лицо драйвера, да, Александра. Такой, да. Спокойный там, да, вообще. Да, конечно, спокойный. Вот только что смс-ка пришла с Америки. А зачисление средств, то, конечно, спокойно. На три ванга, нам его три браузера вперед. Ну, конечно, я троллер, да, но... все как можем, все так и крутимся. Как можем, так и выезжаем. Молодец, смотрите, мотором он чуть-чуть помогает, но не дает проскальзывания. Не дозирует вообще. На автомате дозировка, блин, шикарнейшая. Да, автомат, конечно, это хорошо. Блин, ну что с этим делать? Это самый лучший контент, это просто. У меня точно такой же мотор, но я так не могу. Но я так и победил на свою. Но по скорости получилось не быстро. Почему? ТР-4, если есть такой класс, это уже не ТР-3, почему? Потому что это уже прото машина. И я спорил здесь с Русланом, он говорит, там я сейчас здесь что-то придумал, я сейчас здесь проеду. А мое мнение, хренушки, пишем, хренушки или проедет? Я думаю, что хренушки. Пишем в комментариях. Меня здесь полностью поддерживают. Хренушки проедет. Давай назад!
минута 11. Круто. Получилось. Что там, лучшее время, то ли? Не, реально, офигенно. Лучшее, лучшее. Сам выиграл. Ну что там, Валерка? Я был готов, что... Если б ты там не стоял, я быстрее бы. Я честно смотрел, что ну, без вариантов. Ты его когда почти ты выиграл, заложил на бок. Когда ты выиграл, он широкий очень, у него сложно. Я даже чуть-чуть кончил. То есть. Вот это неожиданный поворот. С другой стороны кончил. А я смотрю, что это брызгало на лобовое, блин. Может, он писнул, не? Сиранул, наверное, да. Там тебе. Вот, да, вот поэтому и есть, да, 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 да. Как раз. Сань, давай туда, на камышку. Сань, давай. Левее его взять. Какие носочки шикарные у Сани. Гольфы. Гольфы, да. Гетры. А гетры, футболист. Да, он, у него и форма футбольная, да? Сань, еще левее. Не, Сань, возвращайся назад до куста. Слышишь? Уверенно заехал, вот в чем дело. Машина подготовлена. Я думаю, что ты и так бы проехал. Если прямо поехал? Сань, все, я понял. Ну, я не уверен, там копнули, понимаешь? Не уверенно просто проехал. Ты точно уверен? Прямо просто он бы иначе потерял бы, и мог бы не вылететь. Да. Там бы ударился в яму. Я тоже считаю, что вот это самое сложное. Вот это самое сложное? Подъем. Ну, я спустился хорошо. Если бы не спустился, не заехал бы. Вот я только что перед стартом почти поспускал там 0,2, наверное, колеса. Не, на гусенице, как академик бы здесь на своем, конечно, Бентли проехал. Не, не проехал. Литра не хватит. Короче, слышишь, пиши ему письмо. Пиши письмо. В Инстаграме или куда ему писать? Да куда-нибудь пиши везде, короче, ему. В комментарии под видео. Подожди, он же куда-то недавно приезжал, я не помню, куда он приезжал, сейчас я вспомню. Ну какая-то миля там была, где холодно у них. Не, он куда-то приезжал, подожди, на какой-то тачке приезжал, и причем что-то забыл, или это не он был. Ну, Ван Намбер приезжал в Киев недавно, так, это на Тесла. Кто? Намбер Ван. Кто это? Чувак с Санкт-Петербурга или с Москвы, он ведет блог про Теслу. И что, у него много зрителей? Да, у него полно зрителей. Мегауаз надо продавать, нафиг нам, блин, надо Теслу брать. Все продаем, короче. Теслой, блин, заедешь в болото, как... Тысяча просмотров, да. Валера снял с Теслой. А, заеду, если сюда на Тесле заехать, мне кажется, что просмотры будут, да? Мне сказали, что если видео наберет хотя бы там 100 тысяч просмотров, то дадут Теслу на бездор. А, полноприводную. Но... 1000 просмотров и... Так давай поднимать, прикинь сюда. Давай, сейчас будем раскручивать, а что? Я пытался, но... Не раскрутил? До 1500 максимум. Кто 500 просмотров сам сделал. Мне кажется, название надо поменять. На повтор на ночь поставил, да? Да. Название и канал, да, поменять? Не, название достаточно. Тесла говно или... Тесла говно. Не, тогда не дадут ему же на тест, ты чё? Потом здесь взял Теслу на море съездить, ну так тоже говорят, не, на море нельзя. На Киевское, Валер, он хочет сюда ехать. Да, я понял, уже ж показал я, куда ехать, да? Вот накопал тут кто-то. Давай хоть яму зароем, чтобы тут людям легче было, блин. Хорошо, что я лебедку снял, с лебедкой хрен бы я тут проехал. Вова пошел! Это серьезный очень пилот. Понижение какое-то 1 к 80, наверное, судя по звуку. Только на поршневой. На коленвале. А он вообще... Красавчик. Он хотел, как я, но машина не та. Но все равно передние колеса вверху, заметьте. Мне кажется, перегазовал. Надо было на второй ехать куда-то. И больше разогнаться, да? Давай, штурман. Саня, давай. Штурман лучший, конечно, он тут ходил. Так подъедь метр. Хороший, хороший, хватай. Ну, быстро идет. Лебедка мотает на маховик, наверное, да? И потом... Меня он с той полянки вот выиграл. Мы туда сейчас будем ехать. Валера, скажи, чтобы не спешил, а то еще быстрее меня проедет. Не сбрасывай газ. Бегой.
Устанавливаем. Ну неплохо. Первое место. Очень быстро. Неплохо. Даже собаки так быстро не это. Не, ну собаки чуть дольше. У кого нет лебедки, машина легче, она сама заезжает. Понял? А с лебедками морда тяжелая, они тонут в болоте. Тем все. Более, штурман легкий, да. Масик. А, да. Ну его лучше высадить здесь сразу на берегу. Не, нормально. Пусть тебя встречает на берегу. Штурман идет уныло к машине. Да не, ну это ты вообще... А как ты сядешь в новую машину вот такой грязную? Можешь высохнуть, я его трушу. Так встань, иди на солнце, что ты в тень стал? На солце встань, иди. На квадрику приехал, что с тобой случилось? Да, типа квадрика у меня. Так, сейчас он ходом может пройти, будьте осторожны. Идет, идет, идет. Самая подготовленная машина. Современности. Современности Mitsubishi Pajero 2. На 37-х колесах. Не, ну очень... Машина хорошая, пилот жесткий. А я говорил, задние колеса. Чуть заканчивается ленточка. То есть, чуть Кассандра. Чуть не проехал. Условная Кассандра. Ванга ты наша Троещенская. Ванга. Смотрите, это самый быстрый штурман из Формулы 1. Он перешел к нам. Слышишь? Я уже... Смотрите, он не пьет. Почему? А он вчера был, он вчера был на край... Никто с тобой не берет. Он так долго разливает, что просто все... Слышишь? Он вчера был на метро Красный Хутор ночью, там, где гоняют на эти... Он идет и смажет футбол. Я знаю то, что... Слышь, я уже название для видео. Троещенская Ванга не верила в мой успех. Я уже название для видео придумал. Мне кажется, зайти должны на него посмотреть. Да? Да. Легендарного новые легенды. Да не, ну они же не знают. Если бы не было защиты, он бы ехал. А так он просто прилип защитой и все. Да не, нормально все едет. Защита зло. Копать меньше надо, вот меньше, медленнее. Ну да. Это машина на автомате. На автомате ребята. Тоже, на да. Автомате. Все равно рывочками, да. Ну в Рангере лебедка пошустрее была. Где-то на быстро он проехал? Ну да, лебедка там пошустрее, здесь лебедка так. Да тут сидит поглубже, наверное. А в Рангер там ехал? Так же прямо, один в один. Так же прямо, да. Один в один. И так же сел. Я не знаю, вот интересно вам смотреть вот это видео, я не понимаю. То есть, может начать снимать, как мы пухаем просто. Мне кажется, там намного интереснее. Мазаи подключим туда. Мазаи обещает нам такое творить, когда пуханет. Так, Троещенская Ванга, перестань заливать. Мазай приболел сейчас. Мазай это бородач. Что там? Мои. Я ноги отдыхаю, да. То есть у меня... А Игорь думал, уже потерялся человек, да? Папки остались. 10%. Ну почему? Ну просто едет. Закрыл окно, ему, наверное, холодно, замерз. Замерз, да. Хорошо, вот руль на нас не вывернул. А неправильно лебедка стоит. Видишь, как трос фигачит вниз. Изгиб какой. Поэтому медленно и тянет. Думаешь, выше надо, да? Или ниже плюс. Конечно. А, чтобы ровно заход был, да? Да, на максимальный контакт, чтобы ровно заход был. Да. Это в азбуке. Когда берешь азбуку, первого класса откроет, там об этом сразу. Блин, тут с такими людьми я стою. Смотрите, какой дождь. Прилетели. Пошел. Дождь красивый. Еще чуть-чуть, смотрите, он едет просто всю трассу на лебедку. Он уже выехал все равно на лебедку. Так а что машина-то? Не спущенные, смотрите, колеса спущенные как. Да и не, все равно не едет. Это он на что-то наехал. Три подоры. Да. Не то, да. Не очень. Саня, кстати, правильно сделал, когда их почистил, тут перегазовал. Да. Нет, так он тоже чистил, ты видел, как бросало? Ну, не сильно, не так. Там мотор немножко другой, да, у Сани.
Так, 70-ка пошла, пошла. Да, тут ты глумился когда-то. Был у тебя УАЗ, был ты нормальным джипером. Сейчас пешеход уже, все. Не, ну Гранд Чероки спасет тебя, конечно. Наверное. Плюх? Он сейчас проскочит ходом, мне кажется. На блокировках хорошо заехал. Ух ты, красавчик. Там ступеняка уже все. А, сбросил тяжелого штурмана, видишь, высадил и дальше на сантиметр зашел. Давай быстрее. Давай есть. 169 номер, это очень серьезный, да? Это он завелся, нет? Да. Ого, это да. Заявка на победу сейчас. Это да, я думаю, ходом может пройти, у него нет лебедки. Да. На одной передаче еще. Это серьезная заявка сейчас будет. На коксе идет. Пацаны, убегайте, сейчас серьезный внедорожник может вас сбросить в воду. Это вам не Вранглер Рубикон. Очень сильно похож по конструкции капота, да? По конструктив есть, да? Есть сходство. То, что сквозь парадрайв. Так, что-то они готовятся. А вот правый поворот сначала направо хочет, да? Направо, наверное, пойдет поворот ключ. Да мы разбежимся. Я уже что-то такое слышал. Так у него двери сразу открываются. Чтобы выходил, да? Да. Ну неожиданно, да. Ну чуть. Бежать или еще постоять? Стой пока. Глумится этот. Надо им было сразу за стрипу дорогу идти. Да, за тросом пошли, троса ни у кого не мало. Да? Да. На крюк одень сверху. Где? А,
Виталик, отойди. Они бы в паре могли победить. Очканул жестко. Это оригинальный, да? Конечно, это оригинальный. Да, ну что ты рассказываешь? Чуть серьезно, полностью оригинальная машина. И торпеда. А красная где? Красная дома. Красная уже живет. А белая где? Белая в продаже. Тоже дома. Сколько, дорогая? Нет, побей за 4. Да ладно. Можно давать мотор. А, с нерабочим мотором? Ты что, на ходу там? Я пошел. Пошел. Чуешь?